Сегодня у нас 16 мая 2023 года, 12 часов 15 минут. И это будет обзор царского ложа. Я нахожусь у себя дома, а не в больнице и не в ночлежке. Хотя я сейчас выгляжу как бомж. Да, сейчас я выгляжу как бомж, есть такое. Не знаю, какой контент тут записывать, поэтому вот решил обзорчик. У меня давно был обзор на квартиру, а сейчас будет обзор более короткий. А может быть, более емкий. Более короткий, но более емкий. Значит, тут у меня книжечки. Ну, бумага, понятно. Тут вещи какие-то там. Значит, Алексей Толстой рассказы, естественно. Грин еще не начал читать. Сагу о форсайтах вообще не буду читать. Хотя была идейка. Прозу Пушкина почти всю прочитал. Ее мало. Рассказы Лескова я уже рассказывал. Рассказывал про рассказы. Да. Там Лермонтов, Тургенев и так далее. Тут, короче, штанишки лежат, которые я напяливал быренько. Опять бумага, на свои платки. Да, простудился немножко, поэтому сразу два платка. Может, даже три. Итак, мы делаем поворот. Поворот на... А, нет, не будем поворот делать. Значит, вот так. Вот так. И прикроватный столик. Стулик. Свечки мы видим, да? Почему свечки? Потому что такой геморрой у меня сейчас, то у меня врач прописал свечки. И вот, короче, я вот иногда вставляю. Вы видите, что они уже БУ. БУ, конечно. И еще хочу сказать. Не помогает. Мне кажется, это какая-то наебка. Вот так вот. Значит, тут еще тоже книжечки. Там Жюль Верн, Булгаков и Марк Твен снизу. Вот. А, когда нету пауэрбанка, пользуюсь Sony Ericsson W810i. Офигенный телефон, просто суперский. Вот, в плане книжек, что я хотел сказать. Когда вот я обратил внимание на жалюзи, видите, они закрыты. Потому что я задолбался читать, мне надоело. Я с 7 марта этого года без света живу. Я сначала кайфовал от того, что я читаю. Я... все. Я задолбался. Больше не хочу читать. Возможно, это было вызвано тем, что я сейчас перечитываю «Таинственный остров» Жюля Верна. И это сейчас у меня уже пятая книжка Жюля Верна, которую я перечитываю. И мне это надоело, я этим приелся. Возможно, мне нужно почитать что-то кардинально другое. У меня дома нет современной литературы. Мне... А, есть. Друг принес Пауло Коэльо. Но я попробовал читать Пауло Коэльо. Это такая хуйня. Нет. Пауло Коэльо я читать не буду. А что хотел бы прочитать, хотя вы сейчас будете смеяться. Я бы очень хотел заценить оригинал «Голодных игр». Тот скажет, ты что, там малолетняя пидовка? Масло масляное, малолетняя пидовка. Чтобы голодными играми интересоваться. Ну, не знаю, в свое время мне почему-то очень зацепила атмосфера и их вселенная. Фильмы там не суперские, первый скучный, мне вообще не нравится. Вот второй и третий фильмы для меня это там 9-10 из 10. И заключительный тоже как-то не очень такой, на семерочку. О чем это видео? Это был обзор моего ложбища. Моей ложбины. Да. Моего лона, так сказать. Блять, лона это другое немножко. А почему вообще вдруг решил записать? Потому что сейчас пью чай. Рецепт этого чая есть на канале. О, прям
уша, уша от него скрючивается. Ух, мама мия. Ладно, все, свидимся.